Привет, народ! В общем, ловите лайфхак от Скимана. 450 миллиметров сверло оказалось коротким, чтобы просверли стену. Магазины уже закрыты. Поэтому вот так вот это делается. Берете на 600 миллиметров прут. И вот так вот, видите, обычным прутом привариваем его к хвостовику SSD и сверлим. Ну, понятное дело, что с бетонной стеной это не пройдет, но вот как у меня, меловый камень, известняк, без проблем работает. Так что вот так вот, видите, пробурило аж бегом. В общем, как-то так. Давайте, пока-пока, увидимся.